Эра Севастьянова приехала работать в республику в начале 70-х годов, будучи профессиональным археологом. И, как признается сама, навсегда влюбилась в красоту местной природы и, самое главное, в культурно-историческое наследие Хакасии. Организаторы выставки «Наша эра» постарались понемногу охватить все стороны жизни археолога, краеведа и художника. Будучи замужем за Владимиром Капелько, известным художником и живописцем, Эра Антоновна и сама взяла в руки кисти и краски. Я же очень активный человек, и иногда, допустим, он рисует, мне кажется, это мрачно. Вот, я говорю, ну, можно как-то посветлее краски, чтобы было повеселее. А он говорит, хочешь весело, вот возьми краски, вот первая моя картина. Он мне дает краски, дает холст и говорит, вот рисуй, пожалуйста, свою веселую картинку, какую ты хочешь. Ну, и все, и пошло после этого. То есть никаких замечаний, а сама берись и делай, как хочешь. У Эры Севастьяновой не только талант археолога, музейщика и художника, но и талант вдохновлять и собирать вокруг себя хороших людей, талант заводить друзей. Эра Антоновна просто излучает тепло и добродушие, но это не помешало ей, будучи совсем молодым специалистом, производить грандиозные раскопки на территории Хакасии и руководить в полевых условиях сотни рабочих с лопатами. Наши археологи музейные, они говорят о том, что почти половина экспонатов, которые относятся к археологическим находкам тагарской культуры, это ее находки, ее сборы. Эти огромные, большие царские курганы, вот эта хрупкая женщина раскапывала. Эра Севастьянова совместно с Владимиром Капелько сделали неоценимый вклад в сохранение древнего искусства Хакасии. В краеведческом музее хранятся тысячи копий наскальных рисунков, которые сегодня затоплены водохранилищем. Это самая большая коллекция петроглифов Южной Сибири. На выставке представлены археологические отчеты, интересные фотоснимки с раскопок и, конечно, сами артефакты. Экспозиция «Наша эра» будет открыта до 17 июня. Олеся Калинченко, Станислав Колчинаев, «Вести, Хакасия». Посвященное творчеству Владимира Феофановича.